Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Максим, и сегодня мы продолжаем проходить Outlast без камеры и на кошмарной слушать. Это у нас, получается, вторая серия. Ну, собственно, вот, то есть продолжаем проходить. Вот, так, это мы... я тут начал чуть-чуть, то есть не с того момента, где я закончил, чуть назад, то есть чуть придется допройти чуть-чуть вот эту погоню. Просто там такая жопа случилась с сейвами, вообще с игрой. Пришлось переустанавливать и перепроходить до этого момента. Так, ну что-то тут подвисает. Вот на этом моменте мы, собственно, и остановились. Так, мне кажется, у меня со звуком что ли. Вот так давайте. Что-то громко слишком. Так, ну что могу, то есть, сказать. Эту серию, я думаю, мы пройдем где-то до конца женского отделения, примерно так, потому что... Ну, во дворе и в женском отделении такая жопа будет. Я просто не... И же представить боюсь, как я там буду орать. Так, иди в жопу! Так, ну... Полезли. Так, тут стоят. Здорово, Трагер. Ну, в мужском отделении, вот этом, где нам предстоит сейчас путешествовать, там вообще изи. Просто изи, то есть... Ну, разве что где там... Да везде будет легко, потому что... Тут везде будут светлые места, да и вообще... Извините, что я, конечно, фрика мне подрубил. Забыл. Ну, ничего. Да, кстати, я выпустил видео по Geometry Dash. Я охренел от того, что там за несколько часов набралось аж 20 просмотров. То есть, без ПА. То есть, ну, я их не рекламировал никому. То есть, не просил никого посмотреть там из друзей. Тупо... Утром залил, проснулся где-то в 7.30, в 8, где-то так. Залил, потом в 3 часа дня где-то примерно так. Нет, ну да, где-то 3 часа дня зашел, посмотрел, там 20 с чем-то просмотров. Это вообще, я не знаю как так, на том же Outlast'е там с трудом набирается 10 просмотров, а на Geometry Dash, ну GD, то есть... Там набирается достаточно много просмотров, поэтому, я так понял, вам она нравится. И поэтому я вот на днях запилю второй ролик, возможно, даже сегодня. Возможно. Ну, выложу я по-любому-то не сегодня. И вообще я снимаю это вчера. То есть, вы смотрите его сегодня, а я снял это вчера. Ну. Короче, в среду я это снял. Этой недели. Так. Фрезы непонятные. Как раз надоело лизать наклейки. Так, ну тут придется сейчас еще стоять эту трехчасовую касцену. Ну, еще насчет этих стримов Резенова, то есть там, где я буду его троллировать. Да, этот проект будет, но он зависит не от меня, а от Резенова. Сколько он будет стримов запускать, столько я буду их штурмовать ему. То есть, нет, если кто-то подумает, что это какая-то именно работа общая, типа, что мы договорились так, то нет, это тупо я его хейчу. То есть в натуре. То есть это никакая не постанова, если кто-то подумает. Не знаю, как, куда такого бреда вообще можно задуматься будет. Ну как, хейт? Я против Резенова, то есть... Как бы особо так ничего не имею, не хочу с ним именно какой-то бой начинать на Ютубе, как, например, Азлагор и Фирамир было такое дело там. То есть я просто как... Просто, не, ну, чтобы поржать, это пишу ему все. То есть, в какой-то суровый конфликт я не хочу влезать.
Ну, подразнить хочу. Вот как-то так. Так. Кацену пробазарил этот, хорошо. Так, ну давай, ты чё там? Так. Горячая комната же еще, ну, там именно горячая комната, она сама по себе сложная на кошмарной. Хотя для меня уже нет. Вот несколько месяцев назад она для меня была очень сложная, потому что я тактику-то полностью ее не понимал, а теперь я понимаю ее полностью. Давай. Кстати, если кто не знал, то Майлз может сам освободиться, даже если мы не будем ерзать мышкой. Он сам, ну это будет, конечно, медленно, но он сам освободится. В ком-то из видео я это проверю. Скорее всего, в каких-то проверках идей или невиданных идеях. По первому, вот Ласт уже, надо тоже такое запилить, чё. Второй ещё лучше. Так. Так, администратор наш любимый. Так, то, собственно, ждем трагера, кстати. Бах такой, смотрите. Пальчиков нет. Лайф. Так, тут у нас кошмарная, но я не буду ни от кого сейчас прятаться. Я пойду нормальным путем, как нормальный мужик. То есть, где, кого бояться? Тут этого замечательное создание, вот это бояться, что ли? Пока. Туповатое создание. Не знаю, как трагера в этом моменте можно вообще просрать на этом моменте. Ну, не убежать от него, это же вообще изи. Так, тут двигаем, получается. Да, тут отодвигаем. И тут тоже мы заморачиваем. Ну вот. Тут в этом коридоре мы тоже заморачиваться не будем, ничего, бегать. А, вот так вот. Так, у меня чуть зафризило. Это кинопсихи делал пару раз. То есть, вот видите, даже не ударил. А сложность-то кошмарная. Вот, смотрите. По-моему, кошмарная. Да, видите, кошмарная сложность. То есть... Изи. Мы, кстати, за всю игру... Ни разу еще не сдохли, по-моему. Да. По-моему, мы ни разу не сдохли. Я могу ошибаться, конечно. Просто я первую серию неделю назад снимал примерно. Ну, почти неделю назад. Ну, то есть там, насколько я помню, я ни разу не сдох. Вот во дворе с Крисом я полюбасу несколько раз сдохну. Потому что, блин... Жопа. Во дворе будет реально жопа. В женском отделении там хоть пара лампочек есть. Ну а во дворе... Ой. Давай. Ну, братан. Все, полетели. Трагер пройден. То есть, ну, в принципе, на трагере не было вообще темных мест. Вообще нет. Ой. Так. Ой. Что ж, трагер, из-за своей ошибки... Нахера тебе я был-то нужен? У тебя ж куча пациентов, над которыми ты должен мучить, ставить свои опыты. Ну, что ты вообще хотел? Зачем тебе именно был Майлз Апшер? Может, потому что он одет был красиво? Или у него камера была? Ну, я никогда не пойму трагера. Да и когда и Криса, какой смысл ему у нас было убивать? Вот тот же Эдди Глускин, ему был смысл, потому что он хотел нас женой своей сделать, а Крису-то какой смысл? Пациентов-то вон сколько, можно кому хочешь голову отрывать. Каннибалу, в принципе, да он за нами особо таки не гонялся. То есть он не так вот как... Видите, вот тут вообще на изи я прошел.
Главное знать локации, а остальное. Вот. Даже если вы будете на первой гамме играть, то главное вообще знание локаций, а не гамма. Так, блин, я тут сдохну еще. По-моему, на кошмарной сложности мы в горящей комнате на костре умираем быстрее, ну, быстрее, чем на нормале. Хотя, в принципе, огонь же ни на что не влияет, ну, по сути. Ну, то есть он же не... Ну, короче. Так. Тут тоже все светло. Да и Крис тупой. Так, давайте тогда прозрачную дверь давай. Да ёперный. Так, он уже на подходе. Я не успел, по-моему. Ну да, по-моему... Да давай, дебил! Так. О, ой! Да ёперный ты театр, как так? Ну все, первая смерть в игре. Накаркал в ней своим паршивым языком, что еще ни разу не умер. Понимаете, накаркал. То есть... Что? Пальцы вернулись? Вот это поворот! Да, пальцы вернулись! Что ты за баги такие? А, ну хотя я понял почему, у меня там... Я просто в конфиге там кое-что крутил, так что то, что у меня есть пальцы, вы внимания не обращайте. Это... Если вы хотите знать, как я это сделал, то посмотрите. То есть я могу записать для вас. То есть как я такое сделал. Это баян от киллера, конечно. То есть киллер это уже все показывал. Ой. Вот так как-то. Тут тоже врубаем. Думаю, ну, вам все равно, что у меня пальцы вернулись. Но это никак же на прохождение не влияет. Посмотрим просто на некоторые моменты, как он будет это делать с пальчиками. Так. Так. Отлично. Так. Тут тоже, в принципе, для меня все легко. Так, пироманьяк. Маньячела. Орёт бешеный. Заодно и проверим концовку такую, знаете, то, что если у нас остались пальцы, то типа, ну, типа, все круто. То есть нас не убивают оперативники. Тут, в принципе, вот в начале во дворе все легко, потому что тут подсвечивается все. Вот, видите, вот видно все абсолютно. Так. Придумать еще какие-то челленджи там пройти, как еще можно Outlast. Мне такое дело нравится. Ой. Ох ты, блин. Радуйся, Майлз, что у тебя пальцы на месте. А вот мне радоваться нет смысла. А сейчас будет такая жопа. Блин. Блэд. Вот Блэд, 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 Блэд. И, ну, в принципе, сейчас тут будет пролом. Пролом, да. Ну, пропрыгали. Так, главное... Так, я вижу. Стой, я вижу, вижу. Ну, блин, молния чертова. Дебилка.
охеренно. Куда я прыгнул, интересно мне знать. Вот это вот реально жопа. Началась жопа. То есть вот эти смерти я не считаю как смерти. Потому что, блин... Это ж не... Ну хотя нет, это считается как смерть, но блин... Это ж не от какого-то там Вальридера, или от Криса, или от Тругера. То есть это... Ну... О! Сейчас допрыгнул. Два молния! Помогай, братушка! Ну? А где я? Что, я походу упал. Да, я упал. Погоди. Тут где-то лестница. Да-да, тут лестница. Нихера себе. Вот если я сейчас упаду, это будет жопа. Опять упал. Так. Я заткну свой рот, потому что надо сосредоточиться тут. Тут дверь. Короче, ребят, я тут уже 15 минут на этой ебучей карте сижу, не могу пройти. Извиняйте за маты, но я по-другому не могу. Да не бомбит у меня! Ты чё орёшь? А чё не говоришь, что у меня бомбит, когда у меня нет бомбит, я бомбит у меня! Я не могу это... Знаете что, я читерю, я буду включать камеру. Мне похер, абсолютно. Мне нервы дороже, чем вот эта херня, знаете. Я не знаю, блин, нахера это вообще ролики порчу. Короче, я буду вот, знаете... Что? Какое? Каких 52 минуты? Секунды? Вы что, вообще ебанулись? Ой, бля, какой же ебанутый. О, господи, каких 50... Как может быть 51 секунда? Капец, блин, какая жопа всё-таки. Каких... Ой, бляха. Ну, если, ну, эти... То, что я не понимаю, как вот это... Каких там... Как может там быть 51 секунда? Неужели оно засчитывало мои попытки, там, где я пытался изучить локацию? Если так, то игра дебильная. Что-то у меня реально выгорело. Так, стой. Да-да-да, так, все, мы тут. То есть, я не знаю, какого хера там оно так много эти засчитало. Я вам, блин, честно говорю. Я без понятия, я... Ну как, когда я мог использовать ее? Если я при вас, блин, туда, там ее юзал на 10 секунд примерно. Что за херня?
блядь, даже Крис не заметил. Ой, блядь, какой же... Я не знаю, какой псих может без матов в такой ситуации обойтись. Это должен быть настоящий псих. Так, там никого нет. Так, ну я попробую сейчас как-то оббежать этого выродка. Какой же Майлз тупорылый все-таки. Блин, как же... Ребята, это реально жестко. Пробуйте сами. Ой, все, я сейчас опять сдох. А если отпрыгнуть от него? Ой, бля, какая жопа. Ну да хер с ним. О. Да где я? Блин! Мне уже терпения не хватает. Беги! Прошел! Лоу! О, как я это сделал? Как? Чё я раньше такой дебил, что не мог додуматься до этого раньше? Какой я тупой. Ой, блин. Это так легко было на самом-то деле. А я, блин, пытался его бежать. Короче, если... вот такое правило. Если не выходит сделать обходом, то есть тактикой разумной, то беги напролом. Вот так. На психе я не знаю, как я поступил бы. На психе я бы никогда бы напролом бы не побежал. Особенно в том месте, там, где он может с легкостью тебя хапнуть. Тут изи-изи все. Пока что. Ну эти тут... Освещенность-то есть, ну то есть оно освещается. То есть не так, как этот тупой двор. Тут вот и мы подсвечиваемся. Вот видите, мы подсвечиваемся. Вот, например, подсвечивается. Так, ой. Вот сложно еще то, что мы без багов проходим. Это самое сложное вообще. Гад, о май гад. Так, блин, предохранитель чертов. Мы, кстати, да, мы не можем это перепрыгнуть, значит его надо будет чуть... Так, прячемся. Тут есть своя тактика одна. Главное, двери там есть. Не закрыть, потому что потом будет плохо. Так, он пошел. Куда там пошел?
Так. Прощай. Так. На первый раз повезло. На первый раз повезло. Тут еще до хрена побегушек будет с ним. Что он может нам еще отомстить? Так. Давайте тут на всякий случай закроем, может он пойдет сюда выламывать. Ну, вот тот вот. То есть, который лысый такой, который с нами бегал. Так, он уже выбивает. Но! Да какой ты тупой, Майлз, ну ты реально... Я... Тупой, почему ты не перепрыгивал там? Так, где он там? Блин. Как же это, блин, муторно все. Так, он идет, он идет. Ладно, я сделаю прозрачную дверь, мне похер. Я уже не могу. Все, я не могу больше. Да, я слабак, но я больше не могу. Задолбали они меня. Эти уроды. Да, без камеры это, конечно, ребята, трудно. Трудная вещь. Ну, ничего не бывает просто. Все же это место было легче, чем двор, то есть... Во дворе именно, то есть на паркуре там вообще жопа во дворе была. А тут именно напряженно так все, потому что темнота, ты его не видишь. А он тебя убивает с двух ударов всего. А еще более, чем у нас более еще реалистичнее, потому что он там, то есть там персонажи убивают неизвестно со скольки ударов. То есть не точно, там они могут тебя из трех убить и с одного. А в Outlast'е первом там убивают именно пациенты с двух, там... Глустин с одного, Трагер с двух, там, Крис с одного, ну, короче, то есть там есть определенная хрень, то есть, которая показывает сложность. Блин, что я несу? Которая показывает, короче, я не знаю, что я несу. То есть там определенно, то есть есть удары до смерти, которые доводят. Блин, вот не дай бог не допрыгнуть. Смотрите, какие у Майлза красивые джинсики. Ох, слава богу. Так, пропрыгал, ну, чё там. Да, хоть там было и темное место, но... Так, тут сейчас будет тоже темное место. Видите, я вообще в пустоту бегу. Так. Вальридер. Так, там тут был Вальридер. Да. Вот сюда. И тут сейчас будут братья. Близнецы. Бразеры. О, меня чуть не ударили, по-моему. Да давай ты, конченый. Тут закрою. Для удобства. Да, я знаю, что братья, конечно, исчезли. Вот, сейчас руки-то не нормальные, ну. Ладно, сейчас пройдем до начала административного блока. Ах, ну просто тут нечего вообще проходить, по сути дела. Так что. Чтобы ориентироваться. Необходимо камера. Я это и без вас прекрасно знаю, но, в принципе, Майлз мог бы вполне спокойно уйти без камеры.
Можно было бы сделать такой выбор, типа, как ты хочешь там с камерой или можно уйти. Это было бы круто. Судьба. Тут исчез. Зачем мы ее подбираем, если мы ее не юзаем? Я без понятия, я при вас не юзал ее, я только юзал во дворе. Я не знаю, какого хера она там больше минуты показывает. Снято или сколько там. Я вообще без понятия, я не юзал ее. Да не бомбит у меня. Вот на минимальной гамме, вот без камеры никогда не пройти. Даже с бессмертием. То есть никогда. На минимальной гамме. Я на третьей вон с трудом прохожу. Не знаю, как там вы. Может, у вас скилл-то получше. Ну, хотя нет, что, у меня хороший скилл, большой. Я, в принципе, много мест без камеры прошел. В женском отделении я вообще не юзал камеру. Вообще. Как-то мы быстро прошли, вы знаете. Оп! Ой. Здорово, брод. Пейчент. Ой, ты. Рассказываешь там басни Крылова. Это лазь. Ой. Ну, что ж, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, подписывайтесь на канал, заходите в описание, ставьте лайки и всем пока.